По инициативе генерального директора общества «Газпром добыча Ямбург» Олега Арно в Новом Уренгое появился проезд имени Маргулова. Александр Рантикович Маргулов возглавлял производственное объединение «Ямбургаздобыча» с 1987 по 1997 год. Именно под его руководством компания сформировалась как одно из крупнейших газодобывающих предприятий страны. В 2002 году в Ямбурге был установлен памятник первопроходцам с гранитным бюстом Александра Маргулова, а в 2018 в Новом Уренгое появилась улица его имени. Это место хорошо знакомо многим работникам «Газпром добыча Ямбург». Здесь находится 7-я автоколонна управления транспорта и специальной техники общества. Мы обратили внимание, что есть у нас проезд интересный, на котором располагается в том числе и профильное производство данной организации. Сегодня мы будем руководствоваться тем, что у нас существует улица, и здание уже будет иметь адрес, ну, условно говоря, проезд Маргулова, там 2, 3 и так далее.